Лечение язвы желудка народными средствами. Эффективное лечение язвы желудка прополисом и сливочным маслом. Прополис – уникальный продукт пчеловодства, о пользе которого известно с самых давних времен. Его используют в косметологии и медицине, неплохо себя показал в лечении язвы желудка. Обладая ранозаживляющим, противовоспалительным, противомикробным действием, прополис может вылечить внутреннее повреждение пищеварительных органов. Но у продукта есть еще одно замечательное свойство. Он замечательный проводник и способствует лучшему проникновению лечебных средств. Для приготовления лекарства нужен прополис 10 грамм и несоленое сливочное масло 100 грамм, которое следует топить, не доводя до кипения. Когда масло станет жидким, можно смешивать его с прополисом и ждать, чтобы растворились крупицы прополиса. После этого массу необходимо в стеклянной посуде держать на водяной бане, пока она не станет однородной. Принимать 3 раза в сутки, за 30 минут перед приемом пищи, чайную ложку лекарства, смешав его с молоком и медом. Лечение проводится в течение месяца с перерывом в неделю. Противопоказания. Аллергическая реакция на продукты пчеловодства. Детский возраст до 3 лет, печеночная недостаточность. При неграмотном приеме и превышении дозировки возможно появление сонливости, головокружения, тошноты. В таком случае нужно временно прекратить терапию и дать организму восстановиться в течение 7-10 дней. Будьте здоровы!